телекомпании. Представляет. Все. Ютубчик, здравствуйте. Мы тоже с вами. Так что вроде бы все готово. Так, ну-ка, давайте подслушивать. Что-то он с ума сходит. Женя? А что он с ума сошел? А, боже. Келина и Саида, привет вам огромный, спасибо за донат. И вот, да, новый донат. А я все закрою, ребят, все, я все донаты закрою своей большой попой. Ну ладно, сейчас он пусть пока тоже поздоровается, мы сейчас в любом случае будем его с вами мучить. У нас сегодня другой план, так сказать, по мучению Жени. Давайте для него какие-нибудь задания придумаем. Пока он пока нас не слышит, давайте что-нибудь продумаем. Я думаю, нам нужно его как-то помучить. Так, название стрима на Твиче сменил. А я раз не сменил? Так, Женек, ты меня слышишь, нет? Слышу тебя. Во, все. Я говорю, я название стрима не поменял, у меня написано, что ты ненавидишь квадроберов и их хейтишь. В смысле? Я люблю квадроберов, я искренне люблю квадроберов, они крутые. Че, ты когда будешь шкуру-то одевать? Мы все шкуру ждем. У меня, я еще жду чуть-чуть охладиться комната. У меня сейчас 22 тебя градуса, но он долго охлаждает. Тебя это не спасет. Ты это понимаешь? Я знаю. Ну хоть как-то. Так, сейчас вот как это получишь? Я ждал со своего детства. Эту штуку. С детства ждал, понимаете? Я хотел фурсьют с 5 лет. Мне сейчас 27 на минуточку. А что я говорил? А, те, кто удивляется, что я фурия. А вы что? Вы пушистый волк, это незаметно. А фурия аватарки во всех соцсетях незаметно. А арты с фурсоной, это тоже как-то незаметно. Никто не знал, Жень, короче, никто не мог догадаться, да. Что ты фурия, понимаешь? Я этот латентный фури. Но сегодня наконец-то станешь полноценным. Спасибо. И сейчас от тебя сразу миллион отпишется. Фу, фури. Ой, это получается отсеются. Я думаю, камеру можно как-то переставить, чтобы лучше было видно. О, меня тоже перевести. Нет, а ты в углу уютненько сидишь, тебя нельзя. Да блин, я на диван хочу вот на тот. Я не могу. Я сейчас сяду. Стоять. Я на твой сундук, все. Давай. Куда ты двигаешься? Куда ты меня двигаешь? Сажай меня. Садись влево. Вот туда. Я не могу, у меня лапы. Ладно, сейчас, подожди, я сейчас попробую на диван, подожди. Это очень сложно. Я через стрим же вижу, у меня задержка. Так. На кольцевую лампу поставить камеру, нет, гаф, это так не работает. Кольцевая лампа максимум держит телефончик, типа, в прищепке. Блин, ты так классно там вписываешься. А теперь на тумбе, блин, ладно. Я стал квадробером. Распаковка. Ну давай, погнали, наконец-таки, я хоть увижу, что там. О, а это что такое? Это по частям, это, короче, смотрите. Это что такое? Оно не так должно выглядеть. Так, да нормально вы? Тебе идет. Слушай, а нафига ты фурсит заказал, в маске в этой бы гулял? Все квадроберы ставят плюс в чат. Что ты меня двигаешь? Я хорошо сидел. Так, да хватит меня двигать! Я хорошо сижу! Ты меня под чат запихнул. Мне не надо под чат. Я сижу как надо. Я тебе глаз сейчас лапой выбью. Все, не трогай меня. Так, и самое-самое большое... Нет, не самое, кстати. Самое главное, это еще не принес. Смотрите. Вот это. О, шкура. Пипец, ты даже на фоне этой шкуры, мне кажется, ты будешь очень тощий даже в фурсьюте. Я дырку на жопе перешу, чтобы у меня хвост вылезал. Все, кто говорит, что фурии извращенцы, вот, смотрите. Ну да, дыра хорошо разработана. Нет, слушай, я тоже гулял, короче, в Казахстане в фурсьюте, у меня тоже дырка от хвоста такая достаточно большая. Я там валялся на одной поляне, там идут люди, и такие говорят, о, фига себе, какой реалистичный фурсьют, анус даже проработан.
Я помню, я смотрел этот влог. Самый проработанный анус в Казахстане. Ты сказал, разработан. Нет, проработан. Слава это богу, не разработан. И очко видно. Не, у меня там черные труханы были, все нормально. Они просто восхитились моей дыркой на форсюте. Короче, да. У меня сейчас все, у меня все друзья в чате шутят про фури-порнуху и все такое. Я ни разу про это не говорил ничего. Я говорю, о, ребят, я, у меня скоро сьют будет. Такой, о, а что ты в нем это? Будешь, да? Короче, самая главная часть, смотрите, я вам еще не показывал, только донатерам показывал заранее, еще несколько дней назад. Смотрите. А мы уже видели твой фурсит. Смотрите. Смотрите. А как ребят, вы его узнаете? Видели? Как вы его видели? Это амеба, летающая амеба. И у нее открывается рот, и там есть язык, и он так придурочно высовывает, такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хороший. Он такой форсит. Вы все кайфовый. Так, засунь обратно. А это что ты за вешалку зачем поставил? А я хочу хвост прицепить, мне так удобнее цеплять его. Там типа нужно штуку вставить в хвост. И я понял, что на вешалке это прям кайфово делать, удобно. Ладно. Какая там схема у тебя. Как ты будешь на прогулках переодеваться, раз тебе нужна вешалка, чтобы водить? Не, не обязательно. Я могу дома переодеваться. А в смысле, я не буду на земле переодеваться, вы чего? Вы что, с ума сошли? Ты просто еще молодой. Когда будет 30 лет, такой, да ну в пень одеваться дома. Лучше там на улице всех распугать. Сейчас буду залезать в собаку. 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 Женя залазит внутрь собаки. Да что ж такое? Талии надо ставить вот так. Вот такой. Какой ты маленький, я не могу. Блин, я на самом деле, когда первый раз Женю увидел, ну, я сам парень большой, я 1.90 м, плюс я, ну, достаточно крупный парень. Вес. Вот, я, когда его первый раз увидел, это просто такой маленький пиздючок, такой прям вообще хороший, маленький. Сколько ты ростом? 170? 165? 168. Короче, врет, он 160, он мне вот примерно по сисечку. Его можно просто взять, да, микрофурь, просто взять его в руки и унести. Расскажи, как ты меня встречал, когда к тебе приезжал в гости первый раз? А, блин, это вообще история. Короче, ребятки, он приезжает в Москву ко мне на вокзал. Ну, как вы знаете, я катаюсь на мотоцикле, поэтому я решил, что мы будем там, такси или метро, в пень. Приеду-ка я на нем, к нему за, ну, на мотоцикле, заберу его там. Стою, у меня черный такой брутальный круизер, чоппер, я весь тоже в кожах, огромный косухи. Огромный байк тяжелый. Да, огромный тяжелый байк, огромный здоровый мужик около мотоцикла, это я. Ко мне такой кавказец подходит, такой, типа, о, типа, здравствуй, очень крутой мотоцикл, чё, брат, девушку ждешь? Я говорю, нет, парня. Он, короче, меня с такими шарами, типа, чё за хуйня? Берет, а отходит от меня подальше. Я стою дальше, жду. Он за мной наблюдает. Выходит женек. Выхожу я. С крашенными волосами. Маленький мне такой по сисечку. Микрофурик. Мы с ним здороваемся, обнимаемся. Садится на мотоцикл. А этот все кавказец у меня стоит и смотрит с шарами. Смотри. Ой, какой хороший. Я же даже не увидел, как ты все это одел. Блин, вот это еще кайф. Можно вот так. Слабо квадробингом позаниматься в форсюте? Я его сломаю тогда. Но могу попробовать. Не-не, задние лапы опасны. Попробуйте квадробику поделать кто-нибудь. Вот прям кто сейчас на стриме сидит, кто не любит квадробику, попробуйте пробежаться на руках. Я, короче, сижу такой, что-то там занимаюсь своей работой, там ролики монтирую, стримлю, и мне тут приходит сообщение в ВК, типа, фурсют почти готов. Я такой думаю, какой фурсют? А я, оказывается, год назад заплатил 10 тысяч мастеру, чтобы он сделал мне фурсют, а я про него забыл. А чего фурсют был за 10 тысяч? Ну, это предзаказ, типа, на материалы. А. Я такой сижу, какой фурсют? Что? А я реально год назад заказал у девчонки там фурсютинг. У меня еще есть такой лакшери момент, что у меня есть вентилятор. Да, я, конечно, поможет. Может, когда ты вентилятор врубал, я разницы особо не ощущал в твоей маске. Он тебе не поможет.
Сейчас мне нужно балаклаву еще. Иначе я пропотею всю башку. Так, ты еще должен станцевать все трендовые танцы. Ты это помнишь? Это надо мне идти тренироваться. Да, конечно. Тренироваться он будет. Давай без подготовки. А какие, макарену? Естественно, естественно. Это старый тренд, но надо. Че, башку надеваю? Надеваю башку? Надеваю башку? Ну, не знаю, не знаю. Башку надеваю? Я не вылезаю. Мужик, у вас пузо не застегнуто. Грудь вылезла. У меня микрофон сейчас, я понял, он внутри. Внутри моего тела. Так, в эту, в маску пихай. На зуб, на зуб. Ну, язык давай. Пирсинг. Я пытаюсь. Во, вот так. Вот, говори нежно. Нежно, Женя. Говорит нежно. Нежно ласковым голосом. Я нежная лисичка. Нежная лиса. О, во. И что делать? Вот, и вот я исполнил свою мечту. Это моя мечта была, вот этот сьют. Что мне делать теперь? Ну, давайте, ребят, нужны советы в чат, что ему делать. Как бы, ну, вы эксперты, у вас фантазия, я знаю, очень хорошо у всех развита. Поэтому он и так уж съел микрофон, что вы хотите? Немножко, все говорят, танцуй. Я немножко. Какать, танцевать какать не что? Надо. Не надо. Спасибо. Я хотел в позу собаки этой сесть. Стриптиз, он и так голый еще. Это же персонаж голый, что там стриптизировать? Прости, я улетаю. Он теперь выпал микрофон. Я его нашел. Я его нашел. Я не могу его поднять. Я как Велма из Скуби-Ду. Где мои очки? Чего вы танцевали? Вот это вы. Это вы. Тверк, тверка. Говорят, тверк. Пушистость попа проверяют. Тверкость? Че, скух? Скух пушистый? Ладно, тверк. Вегл, вегл, вегл. Ну так, надо потренироваться. Мало, мало тренировки. Красотка. Не хотите познакомиться? У меня ухо сломалось. У меня ухо сломалось. Что у тебя с ухом? У меня ухо сломалось. Это все из-за вашего тверка, это вы виноваты. Настолько мощный тверк был, что ухо оторвалось. Чинок. Обними камеру. Укуси камеру. Кусь камеру. А, кусь камеру? Кусь камеры. Еще язык на бок, боже. Я не знаю, что с ухом делать теперь. Это жесть. А вы плохо сломали. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Я думал сначала пол показать, потом... Чё с Эриком? Я завис, аж от этого покоржал над тобой. А если сюда ставить с той маской резиновой, идеально будет. Зачем мне вот эта маска, если у меня вот это есть? Ну типа, смотрите. Зачем платить больше за одно и то же? Они даже по цветам похожи. А если нет разницы, зачем платить больше? Напишите, что у вас, как вам вообще... Впечатления отсюда, вот кроме того, что уши сломались, впечатления отсюда какие. Но он милый. Он на него, он трекается на него, типа, он лицо замечает. Да. Камера. Не, мне кажется, сьют очень миленький, классненький, и персонаж очень приятный. Ну да, надо тебе уши починить, это точно.